Новости. В стенах Ставропольского государственного университета студентам провели открытый урок по теме безопасности и противодействия экстремизму и терроризму. Как прозвучало, бдительность горожан, в том числе и студентов, это залог безопасности всего города. Я очень хочу, чтобы вы понимали, что такое безопасность ваша, наша совместная. Потому что время, в котором живем, регион, в котором находимся, не может жить без знаний основ безопасности и без взаимного стремления делать нашу жизнь во всех смыслах безопасной. В Ставрополе ежегодно проводится около 4000 массовых мероприятий. И обычно главные их участники – это студенты. Учащимся напомнили о важности культуры поведения и соблюдения общественного порядка на подобных городских акциях. Также первокурсников призвали внимательнее выбирать мероприятия, которые они планируют посетить. Прежде чем по приглашению друзей участвовать в таких мероприятиях, вам необходимо убедиться, что это мероприятие действительно согласовано. Согласовано с администрацией города в установленном законном порядке. Иначе участие в несанкционированных публичных мероприятиях, она тоже карается по закону, преследуется, и неотвратимость наказания для всех одна. Во время встречи первокурсникам, а особенно тем, кто только приехал жить и учиться в город из других республик или стран, рассказали о местах досуга в Ставрополе. Так проявить свои таланты учащиеся могут в кружках и ансамблях. Ставропольский дом дружбы всегда рад принять творческую молодежь. А спонтанные шумные танцы, песни и громкая музыка на улицах города может доставить не просто дискомфорт горожанам, но и проблемы слишком развеселившимся. Как прозвучало, важно не только, чтобы у студентов осталось хорошее впечатление о городе, но и у города, о новых его жителях. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко и Александр Погожев, АТВ «Ставрополь».